Всем привет! Сегодня продолжаем обзор. Сегодня у нас магазин Юск. И будем смотреть текстиль, одеяло, подушки, постельное белье и полотенце. Поехали! Начнем обзор с одеял. Одеяло в Юске двух типов. Натуральное и гипоаллергенное из искусственного наполнителя. Вот они рекомендуют брать одеяло рост человека плюс 30 сантиметров, чтобы тебе хватило укрыться. Цены в Юске, начиная от 1000 гривен на одеяло 100% силиконовый холофайбер и до, по-моему, 8000 гривен. Я даже видела на сайте одеяло весом 7 килограмм. Есть, напомню, шедон. Натуральный шелк от хлопкового одеяла. Все, посмотрите, вообще летняя, тоненькая. Так, размер 1,80 м на 2. И у них полуторный, наш стандартный, это 1,35 м на 2. Стопроцентный силиконовый холофайбер. Очень легенькая, тоненькая. Вы можете стирать в стиральной машине. Так, штучный пух. 1650 гривен. Очень приятно на ощупь. Довольно-таки толстенькая. Очень приятно, очень. Выглядит неплохо. Это 100% переробленный холофайбер. 450 гривен. Очень тоненькая. Весь это одеяло 500 грамм. Вот еще меньше. 470. Ну, это вообще такое дешевенькое. процентов перо белой утки, 10% пух. Так, вес 1200 грамм. Такое жесткое, оно такое тоненькое. 1015. Так, следующее. О, это собственного пуха. Тут такое уже потолще оно. Одеялка. Весит оно 750 грамм, стоит 3250 и 90% пуха белой утки. Идет оно вот в таком чемодане и 1,35 м на 2. Так, тут идет выкладка, все от дороже подешевле. Следующий у нас 3500. Пудр с кокшиново, пуху. Так, тут уже 900 грамм. Соответственно, такой же размер. 7000 гривен. 80% белого европейского гуся. Очень легкая, как пушинка. На ощупь вообще невесомая. Это одеялка. Тоже идет в таких чемоданах. И самая дорогая вот модель. 9000. Тоже полуторная. Даже не длинная. Дорогое на этой полке. Тут внизу есть одеяло и за 12000. Так, ага, это двойное. 2 на 2,20. Полуторное оно стоит 7000. И 16000. Это 2 на 2,20. Лакшери коллекция. Это одеяло из линейки Gold, которое имеет наивысшее качество материалов, сборки. У них идет плюс и basic, это самый бюджетный вариант. Так, тут у нас
одеяло штучным наполнивающим. 1,35 м на 2 стоит 2,250. Так, вискоза очень тверденькая, хорошая тоже. 1,35 м на 2 вискоза, гипоаллергенная. Кто не хочет натуральную пуху. То же самое. Вот двойное стоит 2,250. Так, 900 гривен, тоненькое одеяло, которое можно стирать в стиральной машине. 100% силиконизированный спиральный холофайбер. Вот так это выглядит. Это линейка Basic. Среднее качество материалов, ну и цена низкая, соответственно. Medical одеяло, которое состоит из двух одеял, сшитых между собой. Между ними такой воздушный карман, который дает тепло. 800 гривен. Выглядит неплохо. Штучный наполнивач, искусственный наполнитель. 550 гривен. Подушки. На сайте Юска написано, что высота подушки должна быть равняться ширине плечей людей. Ну, я не представляю, как это. Высота такая, как гора. Ну, это, наверное, если спать на спине. Вот, ну, неважно. Каждый себе подбирает сам, потому что сон – это самое важное. Должно быть комфортное одеяло, комфортная подушка, ну, конечно, матрас. Так, это 250 гривен стоит подушка, 50 на 70, 200 грамм она весит, и пуф-пирог качки. Вот в такой вот чехле. Тут 70% уже шерсть, а в одеял шерстяных у них нет. Подушка есть шерстяная, одеял нет. Так, подушка 1199 гривен, 70% пух белой утки, вес 300 грамм, довольно-таки плотная. Распушивается, принимает форму гладко, быстро. Так, следующая, 1000 гривен, 60% пух белой утки. Ой, какая она мягусенькая. И вес наполнителя 650 грамм. Шикарная подушка. Очень оригинальная подушка с дополнительным боковым вставкой. Боковой вставкой, да. Очень приятно. Стоит 600 гривен всего лишь. Тут искусственный пух, который можно тоже, наверное, стирать в стиральной машине. О, ну такие здесь по всем углам развешены теннисные мячики для стирки, чтобы разбивать. И стирки, и сушки, наверное. Драйверный. Подушка из линейки Gold, самые лучшие материалы, качество, 1999 гривен, 50% пуха белой утки и 50% перо. Весит она уже 850 грамм. Так, тут у нас следующая подушка с гусиного пуха. Вот это да, стоит она 2399 гривен, 90% пуха серого европейского гуся. Вот так это выглядит, 50 на 70, вес 720 грамм. 2699, 100% пух белого европейского гуся. Вот так это выглядит, такая вот у меня обивка. Очень приятно. 670 грамм.
Но, честно говоря, на пермах могли бы сделать немножко получше такой какой-то клапанат. Подушки с эффектом памяти. Они сейчас в акции. Самая дешевая, я вижу, это 900 гривен. $40 на $60 размер. Это тоже $40 на $60. Такая довольно-таки тяжелая. Вот она идет в такой коробке. Угу. 1350 стоит вот это. Наволочка на молнии, можно с ней постирать. 1250. Подушка анатомическая. Также на молнии, потайная змейка. Подушки из линейки плюс средней ценовой категории. Ну, соответственно, качество. Тоже цена 650 гривен в акции. 550. Такой вот подголовник. Ага, это не подголовник. Это тебе вкладка в стол, чтобы твоя поясничка не болела. Очень нужная штука для тех, кто работает за компьютером все время. За столом. Подушечки. И пазовая линейка. Так выглядят подушки. Цена у нее 375 гривен. Размер 30 на 47. Небольшая. Ну и очень такая тоненькая. Подушки атакуют. Так, что тут у нас? Ага, линейка Gold. 999 гривен. Подушка с искусственным наполнителем. 100% силиконовый холофайбер. Она вообще невесомая. Еще очень хорошая подушка. С штучным, с искусственным наполнителем. У нее такие широкие борта для тех, кто любит повыше. Отличная подушка за 500 гривен. И вот за 400 гривен тоже высокая, большая подушка с искусственным наполнителем. Размер у нее 70 на 80, как раньше любили спать наши бабушки. Наверное, это для них. Ну, на ощупь она не очень приятная. Ну и, конечно же, самый бюджетный вариант. Это вот такая вот подушка. Скорее всего, для красивых наволочек. Декоративных, которые также продаются тут. И стоит она 55 гривен. Просто цена шок. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А во второй части обзора текстиля из Юска я вам расскажу и покажу про полотенца, про постельное белье и пледы и декоративные наволочки.